Ну что, насколько все плохо? Хорошая работа. Не могу сказать, что мне понравилось первое путешествие через разлом, но альтернативный путь определенно хуже. Слышала, что тебе удалось вытащить задницу Ульгрима из ущелья мертвеца. Хорошая работа. Заходи попозже. Не был уверен, что ты справишься, но тебе удалось превзойти мои ожидания. Эти люди обязаны тебе жизнью. Хотел бы я сказать, что на этом наши проблемы закончились, но на горизонте нависла новая угроза, которая может убить нас всех. Я собираюсь посоветоваться с Кридом, а тебе предлагаю поговорить с капитаном Сомер. Она командир этого жалкого отряда Черного Легиона. Ищи сварливую ведьму средних лет в доспехах Черного Легиона. Она введет тебя в курс дела. Все еще не удалось поговорить с капитаном? Я опущу любезности. Ульгрим сказал, что ты круче слизов, а это именно то, что мне нужно в данный момент больше всего. Ты будешь биться за Черный Легион? Ты верно шутишь? Ну, если и не самый элитный, то уж точно самый известный Легион Империи, набранный из преступников и политических изгнанников, из закаленных на передовой самых жестких войн Империи. Единственный Легион Императора, который пережил резню в столице, не считаясь с потерями. Я бы рассказала тебе свою историю, но есть более важные вопросы. Такие как задания, которые тебе предстоят. Вопрос лишь в твоей готовности к ним. Легион сражается на два фронта. На севере располагается культ Хтон. Мерзкие ублюдки хотят превратить нас всех в лужи крови для своих ритуалов. У меня там сейчас задействованы лучшие люди, проводится разведка. Культисты собираются в больших количествах, и я хотела бы знать почему. Есть и более срочное дело. Вот тут ты вступаешь в игру ты. Ульгрим сказал, у тебя богатый опыт борьбы с эфириалами, и это хорошо. Для следующего задания тебе понадобится все твое мастерство. Далеко на западе, за зараженными фермами и гниющими угодьями, есть местность, просто кишащая эфириалами. Мы прозвали ее полем жуткой жатвы. Это подходящее название, ибо эфириалы собирают трупы как животных, так и человекоподобных для проведения своих безумных воскрешающих обрядов. Последнее время сутками напролет в сарае горел ослепительный эфирный свет. Закончилось это сегодня. Над чем бы там они ни трудились, оно уже близко к завершению. И зная эфириалов, это должно быть что-то чудовищное. Риск того, что эфириалы узнают о том, что нам известно про их создание, неприемлем. Мне нужен кто-нибудь, способный пробраться туда и уничтожить эту тварь, прежде чем она получит возможность обрушить хаос на моих людей. У нас лишь один шанс покончить со всем этим. Поэтому для завершения миссии нужен кто-то, имеющий опыт уничтожения эфириалов. Будешь ли ты моей карающей дланью? Удалось пообщаться с Дугласом? Слушай, я хотела бы решить все проблемы в мире. Но, к сожалению, у меня недостаточно войск, чтобы отправить их охотиться на жуков. Дуглас и прочие фермеры должны пока с этим смириться. Возможно, позже, после того, как мы разберемся с эфириалами и хтонийцами, мы сможем покумекать насчет отправки некоторого количества людей на поля, чтобы прекратить это вторжение. Легион сражается на два фронта. На севере располагается культ Хто... Thank you.
Тебе может показаться, что сейчас здесь безопасно, но будь начек. Я слыхал, что ты направляешься на поле жуткой жатвы. Остерегайся деформированных троллей. Они даже сильнее своих живых собратьев и обладают высокой устойчивостью к эфиру. Их дозорные способны высвобождать эфир вокруг себя в виде энергетических сгустков. Реаниматоры будут оживлять дополнительных союзников, если ты не разберешься с ними достаточно быстро. Зато если их уничтожить, все имя оживленное сгинет вместе с хозяином. Я направил все свои силы на выслеживание эфириальской угрозы, но опоздал в предотвращении событий, приведших к прошлому свету. Теперь я изучаю враг, узнаю его тактику, чтобы не совершать дальнейших ошибок. Поверь мне, я твердо намерен использовать все ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении.